Хаю-хай, с вами Слай, и сегодня я расскажу о новом сервере Arcade Games от mchypixel.net. Итак, сразу хочу сказать, что данный проект очень похож на проект Smosh от Shotball Network, так что не стоит писать этого в комментариях. Итак, начнем. Данный проект не очень распространен, так что нам придется некоторое время постоять в лобби, но благо это достаточно весело. Думаю, вы это видите по данному видео. Ну, не будем долго на этом задерживаться и начнем. Итак, на данном проекте нам необходимо сталкивать игроков в бездну. Да, вы не ослышались, именно в бездну. Для этого у нас есть палка, которая поможет нам бить их. После того, как мы ударим игрока, процент над его головой меняется. Также у вас есть точно такой же процент. Это ваш уровень опыта. Он обозначает, насколько сильно вы будете отлетать при ударе других игроков. Если вы упали, ничего страшного. Вы можете просто побыть 5 секунд наблюдателем, после чего вернуться к игре. Справа также есть статистика, в которой показывается, сколько и какой игрок сбил игроков. А посередине карты спавнится бонус, который вы можете собрать и отталкивать игроков намного сильнее. А побеждает в данном проекте тот, кто получил больше всего очков. Итак, на этом все. Вы можете подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и рассказать о данном видео своим друзьям. И что же, всем пока!